сегодня забыть, завтра посмотреть и потом проанализировать. А так, вот не знаю, вы, как говорится, сверху смотрели, а мы свою работу делали, и все равно мы то, что хотели, сделали. Команда играла, команда правильно была расставлена, то, что мы хотели, делали. Единственное, в завершающей стадии у нас не было последнего паса и завершающего удара. Ну, что бы я сказал. Структура перед большим футболом. Как далеко женский взгляд видит. Мой скромный мужской так далеко не может заглядывать. По поводу чемпионата Европы мы пока потерпим. А то, что касается инфраструктуры, просто мы часто играли в Питере, мы знаем, что это за стадион. Я просто желаю и надеюсь, что и Лигу чемпионов они примут. Стадион для нас такой и приятный, и счастливый. Город на Неве мы любим. И нам шаг за шагом надо сделать таким образом, чтобы там игры мы свои провели. Часто вы меня спрашиваете, потому что в своем клубе они так играют, в сборной это все-таки другое. И вот, как я говорю, шанс дается, его надо правильно использовать. Мы же не можем, как говорится, тут... Когда не вдвоем, тогда we will see.